Ой, Дар, это я, Алина. Приятно познакомиться. Где встречаемся? Привет. Давай у моста через час. Хорошо. Кстати, я люблю розы. Ужин же с тебя? Да, конечно. Твоя девушка. Айдар, твой парень? Самый лучший причем. Мы вместе благодаря тебе. Если бы не ты. Кстати, я тоже люблю аниме «Атака пиратов». Может, посмотрим? Сейчас будем смотреть «Атаку пиратов». С какой серии начнем? Жан? Ни с какой! В смысле? Айдар, меня такое не устраивает. Настоящие мужики так не поступают. Как ты меня мог бросить в таком положении? Абьюзер! Эй! Ты чего, попутал мою сестренку обижать? Извини, опоздал. Вот, это тебе. Спасибо. Наверное, долго ждала, да? Ну, есть немного. Там просто история. Долго объяснять. Можешь, пожалуйста, телефон выключить? Зачем? Так романтичнее будет. Ну, ладно. Все, хорошо. Давай я сейчас кофе принесу. Блин, там кофейня закрылась, а... Ты даже кофе мне не принес! Абьюзер! Знаешь что, у меня завтра экзамен. Давай потом встретимся. Мы здесь! Эй! Так слева? Не телефонунду. Менин атым жан жок болот. Жана желмооздарга туш болсун. Баарын жайлап чыкпадыңбы? Коркпо, мен менен жүрсөң, баары жакшы болот. Спасибо, я как-нибудь сам. Ты должен пойти со мной. Не принимать.